Привет, спасибо большое, что зашли на мой канал AliExpress Life. Сегодня мы с вами будем делать наращивание вот этого ноготочка. Буду делать я это при помощи форм. Вот таких форм. Я их заказала на сайте AliExpress. Делать это буду я впервые. Набор идет из 100 штучек. Ссылочки я вам на все оставлю под видео. Так что заходите, смотрите. Наращивание буду делать при помощи вот такого уф. Геля Лина, также заказан на сайте AliExpress, это прозрачный гель. Я уже ним видео снимала, как я ним делаю наращивание на формах, обычных формах. И сегодня буду с вами делать наращивание вот на таких формах. При помощи вот этого геля. Еще раз повторюсь, ссылочки я вам оставлю под видео. Итак, первым делом я буду отодвигать кутикулу. Немножко тяжело это делать на камеру. И еще я это буду делать все левой рукой. Так что не судите меня строго. Ну, ноготок я сломала. И решила показать, как я это буду делать при помощи вот таких форм. Так, кутикулу я отодвинула. Дальше я буду наносить вот такой праймер. Перед тем, как отодвинуть кутикулу, я обезжирила ноготок вот таким обычным спиртом. Дальше я нанесу праймер. Праймер сушится очень быстро. Это идет бескислотный праймер. Нанесла его на весь ноготочек. Пока у меня ноготок сохнет, я буду на вот такую формулочку, заранее я уже себе примерила, наносить гель и сушить в лампе 60 секунд. Пока у меня ноготок сохнет тоненьким слоем, буду наносить. Гель Лина, это самый дешевый гель на сайте AliExpress. Ну, не знаю, он мне подходит. Отлично у меня носится, если правильно все сделать. До коррекции все отлично у меня носится с этим гелем. Им я люблю укреплять свои ноготочки, как я это делаю, видео у меня есть. Можете зайти и посмотреть. Лампу на 60 секунд. Лампа у меня мощная на 48 ватт. Сан 5X. Ссылочки на нее я также вам оставлю. Обзор на нее я уже делала. Если вам интересно, можете посмотреть. Лампу на 60 секунд. Дальше. Так, праймер у меня уже высох. Я буду тоненьким слоем наносить на ноготок вот такую базу. От Born Pretty. Очень тоненьким слоем. База и топ от Born Pretty мне очень понравились. Носки отлично носятся. Я носила их с гель-лаком NDSKL 3,5 недели.
Еще могла носить, но хотела поменять дизайн и сняла. Так, тоненьким слоем, так, чтобы была хорошая сцепка. Наносим базу. И лампу на просушку. Буду сушить я. Воздух у меня попал, но это не критично, немного тяжело было держать левой рукой. Итак, сейчас я отрежу свободный край и придам форму ноготочку. Все, я уже его запилила, длину убрала. Вот такой у меня ноготок получился при помощи форм вот таких и геля лина. Понравился мне гель в этой работе, никуда у меня ничего не затекло. Вот такая у меня форма получилась. Дальше я нанесу еще слой сверху базы, чтобы выровнять ногтевую пластину, и буду наносить уже цвет, делать себе дизайн. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.